Дорогие друзья, рано утром наши источники из Московского театра сообщили нам срочную новость. На данный момент многие переживают за известного российского и советского киноактера Анатолия Васильева. Он снимался в главных ролях в сериале «Сваты». Оказывается, сегодня рано утром в театре во время выступления актеру стало плохо, у него поднялось артериальное давление. Его друзьям и коллегам пришлось вызывать скорую помощь, после чего он был доставлен в больницу. Сейчас медики уже сообщают о том, что все с ним хорошо, через несколько дней Анатолий Васильев будет дома. У него поднялось давление, они сделали ему несколько уколов и назначили ему домашнее лечение. Ждем подробности, друзья, очень надеемся на то, что действительно с нашим актером все будет хорошо. От вас требуется только подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные выпуски каждое утро.